Так, а как камеру теперь перевернуть? Да, что-то случайно. Могу, в принципе, и перевернуть камеру на себя. Да рассказывать особо нечего. Я не знаю, что рассказывать по такой трассе. Едем и все. Машины, дорога. Семьдесят семь километров до места. Час двадцать. Давай на 5-10 секунд поверну на себя, ну или на минутку. Интернет не выдержал моего изображения. Завис, отвис всегда. Походу надо переворачивать. Ну ничего, скоро у нас качество связи наладится. Купил себе большой стаканчик кофейку. Вкусного. Так, а я вот что-то не обратил внимания. Мы в Московскую область въехали или нет? Я думаю, что да. Подольск 34, Москва 50. Ну да, мы уже в Московской области. Но что-то я пропустил Стеллу. Колея появилась. Полосе. Правая нормальная, левая вот так тоже более-менее, а в средней прям хорошая такая колея была.
Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 110. Еще одна заправка «Газпром нефть». Там стоило 43. 20 или 42.30. 42. Так, здесь 42.80. Ближе к Москве подороже. Так, разрешенная 110 у нас. Утром, кстати, не стал пользоваться такси и общественным транспортом. На каршеринге добрался до вокзала. Такси, я думаю, обошлось бы рублей в 500 примерно. А на каршеринге я доехал за 290. Ну, доехал бы быстрее и за меньшую сумму, но я долго искал, где припарковать автомобиль. Минут 10, наверное, на это потратил. Так бы вообще рублей за 200 можно было доехать. Так, впереди Чехов, направо Алачкова. Алачкова, не знаю, как правильно. Чехов уходит направо дорога. До Подольска 27, до Москвы 43, а до места мне 65. Впереди камера. Ограничение 110. Так, не пойму зачем, но навигатор меня ведет почему-то через трешку. Я вот думаю, может быть, по Садовому проехать. Ну там, в принципе, немного нам по Садовому. Если я поеду по этой дороге, я выскочу в районе Серпуховской. Направо Павелецкий вокзал. А, ну сначала Таганка. Нет, сначала Павелецкий, потом Таганка. Ну да, соответственно, нам мы по Садовому совсем немножко проедем. Шестьдесят второй регион, это кто? 62. Нет, не знаю. Да, наверное, Рязань.
Да, надо было изначально с мегафона вести трансляцию, гораздо меньше прерываний было бы. Вот делайте выводы. Билайн, мегафон. Уже на машинах подмосковные и московские регионы, уже не тульские. Надо было в Туле пряник взять. Рожайка. Подольский район. Да, жалко, нет у нас стабильного покрытия интернета и какой-нибудь дальней поездки. Так, а на этой газпромовской заправке у нас сколько? Ограничение 110. 42.20. Ну что, трансляция, ты будешь возобновляться?
Так, нет, возвращаться за пряником я уже не буду. Только сказал про интернет, как он пропал. Говорю, жалко, что нет стабильного покрытия интернета по России и какой-нибудь дальней поездки. Тысяч на 5 километров, там, до Иркутска, до Хабаровска, Владивостока. Так бы прокатиться неделю. Впереди туда. Камера. Ограничение 110. И все это заснять. Так, Подольск 10, Москва 26. Надеюсь, хотя бы в Москве не будет проблем с интернетом. Впереди камера. Ограничение 110. По-прежнему разрешенное 110. Да, сигнал уже практически полный. Просто временами, местами где-то пропадает. Дорога пошире стала, уже 4 полосы, ну и машин побольше. Максимальное количество одновременно смотрящих 5 человек было, вот сейчас 5. Как бы до 10 довести. Хотя бы для начала. А кто смотрит вообще? Чего вы не комментируете? Напишите хоть что-нибудь, чтобы я знал хоть кто смотрит. Так, слева Газпром, тоже 42,20 топлива. Впереди камера. Ограничение 110. О, 7 человек.
глядишь, пока до Москвы доедем, 10 и будет. 5. На спад пошли. Так, все, разрешенное 90. А, это справа на дублере 90. На этом Газпроме у нас 42.30. Вот я поражаюсь, одна сеть заправок, а цены разнятся. Причем не то чтобы в разных регионах, а спустя там каждые 15, 20, 30 километров. Впереди камера, ограничение 110. Потихоньку подбираемся к Москве. Я думаю, нам до МКАДа осталось, наверное, километров 15, может. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 110. ЛДшный Мерседес Е396НТ 799. Лизинговая компания ЛД Автомотив. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 110. Это
очередной Газпром. Что-то их как-то многовато. 42 рубля. 92-й на Газпроме. Прям как-то неприлично много их. Каждые 5-10 километров заправка Газпрома. Ну и, кстати, Нефтьмагистраль в последнее время тоже что-то расширила свою сеть. Побит очередной рекорд, 8 одновременно смотрящих. Глядишь, к 10, надеюсь, и будет, пока доедем. 30 километров нам осталось ехать до места. Район. Я, кстати, впереди увидел бипишную заправку. Раньше все время на бипишке заправлялся. Нравилось мне их качество, их топлива. Сколько у них? 42.19, 92. Но после того, как они, по-моему, объединились с какой-то нашей российской компанией, такое топливо у них стало, я перестал туда заезжать. Стараюсь заправляться исключительно на Газпроме. Ну, не знаю, устраивает меня все на этой заправке. На Газпромовской сети. Ну, в Бутово квартира от 2 600 000. Есть желающие? Впереди камера. Ограничение 110. Роснефть 42.10. Так, если нам 19 до трешки.